Итак, я нахожусь в Казахстане, Татарстан и Казани. Просто приехали из Казахстана, из Таиланда. Про Таиланд еще не говорил. И сегодня мы не будем, да, никого тут убеждать, что-то там говорить и так далее. Да, у каждого, все взрослые люди, у каждого есть своя голова. Вот. Много сегодня действительно большой состав лидеров здесь собрался. Это я хочу вас поздравить, потому что вы находитесь в нужном месте, да, и в нужное время. Это особенно для тех новичков и тех, кто партнеров, кто еще как бы вроде бы партнер, но ничего особо не делает, думает. Вот. Потому что на самом деле у каждой компании есть свое развитие. Да, давайте немножко познакомимся. Меня зовут Бугров Виталий, Московская область, город Клин. Мне 44 года. Так получилось, что никогда нигде не работал. В 17 лет стал мастером спорта по юниорам, в 18 подтвердил, в 22 года попал на рынок, в 23 у меня уже было 6 торговых точек Москвы, все меня кидали, обманывали, искал бизнес самый лучший, и оказался это сетевой маркетинг. Меня никто никогда не приглашал в сетевой маркетинг, я сам нашел эту компанию, как говорится, эту индустрию. Вот. И сейчас я просто хочу сказать то, что, чтобы вы все подумали, многие как бы знают, да, то, что я буду показывать, кто-то не знает, я думаю, большинство людей не знает. И прежде всего начну с такой книжки. Есть такая книжка Роберт Киосаки, да? «Квадрант денежного потока». То есть всех людей, если как бы во всем мире разделить на 4 категории, 85% людей это работают по найму. Кто работает по найму? То есть все предприниматели у нас половина, да? Ладно, будем иметь в виду. 10% предприниматели, 4% это крупный бизнес, это заводы, пароходы и так далее. И 1% людей, да, это где деньги делают деньги. Есть такая классная книжка, да, кто не читал, обязательно ее прочитайте. Мы все с вами являемся потребителями. Потребители тратят деньги. Есть производители, они зарабатывают деньги. И есть такие люди, да, вот книжка называется «Сила про-требителя». Протребители – это те люди, которые зарабатывают и тратят деньги. Где это так возможно? Это возможно только в сетевой компании. Это седьмой мой проект. И я когда познакомился с сетевой компанией, с сетевым маркетингом, да, я читал книжку и оказывал, и прочитал, узнал то, что где-то там, далеко в Америке, есть такая компания на букву А. И когда вот эта компания начала только-только заходить, да, то есть я были объявления в газете, соответственно, я пошел, посмотрел и, соответственно, начал изучать. У меня были свои, да, я предприниматель, и иногда бывало за день зарабатывали такие деньги, что некоторые люди там и за год, за два даже не зарабатывали. Смысл в том, что все, когда мы приходим в эту индустрию, кто не был в сетевом маркетинге, у них есть свои какие-то, да, пазлы, так сказать. И когда я попал, да, в сетевую индустрию, я никого не слушал, и мой первый человек подключился всего лишь 6 месяцев спустя. Да? Есть такие люди, которые приходят, вот у меня месяц нет никого регистрации, 2-3, у меня полгода никого не было. Но потом свою компанию на букву А я за 2,5 месяца закрыл первую такую заветную цифру, да, 21.00. И многие ее до конца жизни и не закрывали на самом деле. Ну, кто в теме, тот поймет. Смысл в том, что, как у многих людей, всегда в жизни бывает какое-то, ну, выгорание, так сказать. И через определенное количество времени я как бы немножко отошел от сетевого маркетинга, но у меня уже в той компании был определенный пассивный доход, который, ну, даже больше средней зарплаты, да, там, двойной зарплаты, так сказать, россиянина. Но я был всегда в поиске. Я хотел найти такую компанию, чтобы было много товара, и товар был дешевле. Потому что я знал, что в этой компании все равно товар был в 3-4-5 раз дороже. Ну, так вот, вот так, такая, да, ну, наверное, поняли, что это за компания. И смысл в том, что я в дальнейшем узнал, что, оказывается, есть маркетинги не только линейные, а есть и бинарные, консультические, гибридные. И я хотел найти такую компанию. И знаете, все, что делается в жизни, это, и о чем вы мечтаете, это делается, ну, если вы этого хотите, оно рано или поздно придет.
Я также являюсь партнером компании, и меня кто-то сюда пригласил. Я всегда-всегда все рассматриваю, мне до сих пор бывает, ну, неделю по два, по три-четыре там разных звонка приходят, потому что сейчас много заходит разных компаний, и русских, иностранных, и так далее. Вот, но сами понимаете, чтобы найти какую-то крупную, хорошую компанию, нужно немножко понимать в этом. И смысл в том, я всегда говорю, скидываю WhatsApp, иногда многих людей, кто мне скидывает, они становятся у меня здесь партнерами. Вот, так что не бойтесь, вы слушаете какие-то приложения, всегда сравнивайте, ну, когда у вас уже есть определенный опыт. И смысл в том, что у нас есть два составляющие, сразу наберется, хочу сказать, в маркетинге, две такие фишки, сейчас чуть позже скажу, прежде всего еще эту книжечку вот, забыл. Третья книжка есть такая, «Домашнее золото». Что такое «Домашнее золото»? Это говорит о том, что если вы сейчас вот немножко поймете, прочитаете эту книжку, то что любой человек не бросает свою любимую работу, да, когда вы, например, придете к себе домой и увидите у себя в ванне, на кухне, где уже косметички, да, разные баночки, баночки разных производителей, чистящие, моющие, стиральные и так далее. Девушки у нас все красивые, это десятки косметических там помад и так далее. Что получается? Вы все эти деньги несете в чужие магазины. Вам не платят там хозяин Пятерочки, Атаки там, и так далее, других магазинов. Да? То есть мы потребители. Вы тратите деньги, а производители зарабатывают. Когда вот вы выбрали компанию, сегодня говорили про компанию «Шопл», какой у нас огромный ассортимент, и цены не дороже магазинов шаговой доступности, а даже дешевле. То есть премиум цена, качество, как говорится, не ниже, даже лучше пределов. Вот, то есть в 3-5 раз такие товары будут стоить, если брендовые какие-то магазины вы зайдете, то есть они будут стоить дороже. И смысл в том, что многие люди этого просто не понимают. Завтра мы будем говорить как раз о цифрах и полностью вам расскажу на вопрос-ответы весь маркетинг-план. Также будут у нас еще выступающие. Вот. И сегодня наша задача была познакомить вас с этой компанией. Мы очень еще молоды. Кто не был в сетевом маркетинге и кто был, проанализируйте. Те компании, которые уже находятся на российском рынке от 10 лет и больше, у них в среднем от миллиона дистрибьюторов, миллион, два, три. Вот в этом году будет одна компания российская, 23 года, у них 15 миллионов дистрибьюторов. 15 миллионов. Сейчас только сделал скрин кабинета. 70 432 контракта у нас. То есть 70 тысяч нас всего. Контракта, почему не людей говорю? Потому что многих людей здесь есть. Завтра также говорит не один контракт. Вы можете иметь сколько угодно контрактов, потом вы разберетесь, зачем это нужно. У некоторых есть 5, 10 и больше. У меня 22 контракта, из них 2 самых больших коронованы. Зачем это нужно? Потому что здесь как конструктор можете составлять и за одну и ту же проделанную работу иметь в 2, 3, 4, даже в 5, даже в 10 раз больше. Также об этом все поговорим. Для сетевиков, да, я знаю, есть в зале разные сетевики, кто-то смотрит, присматривается. В нашу компанию, я так думаю, что только в 23, 24, 25 году будут заходить очень крупные люди, очень крупные акулы, так сказать. Почему? Потому что компания сейчас только-только устаканивается. Да? И, так сказать, с появлением, это такое значимое событие, когда компания построит завод первый здесь, в России, вот тогда будет вал сетевиков именно на это, потому что это будет первое, так сказать, в истории китайской, чтобы компания построила какой-то завод по чистящим, моющим средствам. Это уменьшит у нас логистику во много раз, соответственно, цены будут оставаться дешевле, больше будет денег. И дальше что? Первая составляющая у нас бинар. Кто знает, что такое бинар, то у нас в бинаре в одном из бонусов МБ-10 называется, завтра об этом расскажу. Даже если вы никого не пригласили, а вас сюда приглашают люди, потому что я уверен, кто вас сюда пригласил, он устроит бизнес активно, и вам переливом, бинар из перелив, упал человек и стал развиваться, то вы можете даже никого не приглашать. По одному из бонусов, он у нас идет до 40-й глубины, с первой по 40-й,
то есть с простыми языками это такой треугольник, да, заполняемостью 2, 4, 8, 16 и так далее. На 26 уровне, это все теория по практике, как говорится, все в жизни бывает другое, ну просто чтобы запас слышали. На при ежемесячной активности 15 ПИ, чтобы с этого бонуса получать, это надо 15 баллов делать, это плюс-минус 2500 рублей ежемесячно, не 5, не 10 тысяч рублей, как в других компаниях. Ваш доход с каждой вот такой покупки по 0,25 всего лишь процента составит 1 600 000 долларов. Долларов, если ты говорил. Вот. Если вы не верите, разделите на 10, будет 160 тысяч. Если вы не верите, разделите еще на 10, будет 16. Если вы не верите, еще разделите на 10. Мы в 1000 раз разделили. Будет 1600 долларов. Это хорошая сумма, больше 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей у нас это такая приемлемая сумма для России, которую многие о ней мечтают. Вот. То есть такого нет нигде. Можете проанализировать, если вы найдете такое... бонус, а вы его не найдете, его в мире даже нет, не знаю, почему другие компании не делают. Вот. Дальше. Второй бонус у нас идет по классике. Классик это везде то есть те люди, которых вы пригласили, они находятся у вас в первой линии. Я каждый месяц, да, приглашаю людей, но вначале, когда в этот проект пришел, я активно начал буквально 3 месяца прямо приглашал. На сегодняшний день у меня всего лишь, это я не лучший показатель, в первой линии 121 человек. Вот здесь находятся 4 моих активных 3 линии. Да, немножко хочу еще рассказать. Один из первых контрактов, это по бинару, второй, который сделан на холодном рынке, 394 звонка, то есть 394 звонка человека меня послали. Это Наталья Степина, это одна из таких крупных групп. Стоило мне найти такого человека, под который уже за, так сказать, за эти 3 года прошло, ну, не знаю, там больше 1 000 000 000 рублей. Вот. Якутия, Франческо Курчатова. Вот. И прям не первая линия, но на самом деле самая сейчас большая группа, потому что, кто не знает, самые большие группы у вас будут появляться не с первых личников, а именно в глубине. Это 4-я моя глубина Татьяна Толчнева. Похлопаем, да. Супер лидер, да, который больше половины, только одна ее команда делает в нашем обороте. Да. Вот. Смысл в том, что дальше что хочу сказать. Действительно, мы вообще жизнь такая штука, я хочу сказать, непростая, и то развитие компании, которую мы начали, да, это мы, я помню, как я был в Харькове, да, был зал где-то с 200 человек, блин, столько было лидеров, они, многие остались еще, поддерживают связь, но в связи с всякой ситуацией, которая началась, да, вот, да, вот, просто такие вот ветки были, сколько веток в Европе, но смысл в том, что не имея значения, где мы живем в связи с политической ситуацией, все равно люди строят деньги, строят команды. У нас есть много людей, которые в других странах, они даже не получают товар, а получают деньги. Да, в том числе и в Америке, и в других странах. Вот. О чем я хочу сказать еще? Обязательно, да, сейчас сделаю промо, это на 1 апреля. Постарайтесь приехать. Первый раз приезжает президент нашей компании. Первый раз приезжает. Он расскажет новые перспективы, будьте первые знать. Почему я всегда записываю? Вы также запишетесь, и вы будете, это будет история. Вы на этой встрече были первый раз, то есть мы будем первый раз. Первый раз мы увидим нашего, так сказать, президента. Вот, потому что у нас компания Firmal следит за нами. Нам буквально в России чуть больше 7 месяцев. Вот. Что еще хочу сказать? Вот эта встреча, если вы приедете туда, и приедете не один, а привезете туда как можно больше людей своих, то ваш бизнес взорвется. Наш маркетинг, да, вторая фишка, значит, не сказал, которых нет в других компаний, это классика. Классика. И у нас с первой по 34-й линии, вы получаете процент. От 4 до 1%.
Обычно все линейные компании, это может быть 6, 8, 10, 12, где-то я слышал 15. И вам нужно постоянно, чтобы у вас было там 3, 4, 5 или больше линий, постоянно какой-то боковой оборот вы должны держать. Здесь же вы можете пригласить одного лично только человека, не как в бинаре переливом он может упасть. Одного человека, допустим, пример я говорю, вот я пригласил человека, вот пример, нашлась Татьяна Толочкина. Все, вы можете, можете еще не делать. У нас сегодня 25 число. Я еще раз хочу сказать, мы в сотни раз меньше других компаний, которые от 10 лет находятся по количеству дистрибьюторов. И вот, допустим, не знаю, много, это пассивный доход, 515 826 рублей. Если за 2025 году, 26-му, мы умножимся x20, x30. Умножайте вот эти чеки. Вообще, есть такой журнал MLM индустрии. На сегодняшний день на российском рынке, да, есть женщина, которая чек там 25-26 миллионов рублей в месяц. Вот. И... Да, и ниже там пошли уже рейтинг. То с таким маркетинг-планом буквально через 5 лет мы побьем все рекорды. У нас будут доходы дистрибьюторов от 50 миллионов рублей. Да? И выше. На российском рынке. На странах СНГ. Это так будет, рекорд. Рекорд это будет во всех, как говорится, журналах писать и так далее. Потому что кто не знает, есть рейтинги MLM-компаний, дистрибьюторов и так далее. И... В принципе, еще хочу такую сказать буквально немножко вещь, особенно для всех людей, чтобы вы подумали. Да, я сказал, что 16 минут у меня будет, а сейчас 17 прошло, еще 2 минуты. Кто знает, что такое вот эта за вещь такая? Метр. Да, понятно, я каждый раз показываю, вы видите, знаете, что такое. Там на заднем ряду знает кто-то, да? Метр такой есть, метр рулетка бывает, метр. Просто этот метр, он символизирует нашу жизнь. Здесь 100 сантиметров. Каждый из нас хотел бы прожить 100 лет. Да? Кто-то больше, кто-то меньше. Но так получается, что обычно люди живут 80. 20 уберем. Да? Столько остается. Да, кажется. Но здесь в зале находятся люди, в принципе, я вижу, да, есть люди, кому-то 20 лет, кому-то 25, но в основном больше 40, 40, 45, 50. И на самом деле во все новые компании, мы действительно начинаем, еще считаемся очень-очень молодой компанией, нам официально только будет 4 года, обычно в августе, начало сентября это происходит. И сюда приходят люди, которые уже... опытные. Вот все, кто здесь выступал, это их не первая в основном компания. Да? Есть, конечно, кого-то первая, в основном не первая. Потому что люди прошли опыт. И когда у вас есть чем все сравнить, то вы ищете такую компанию, вы хотите такую найти компанию, и эта компания придет. Вам не нужно сейчас ничего искать. Вы просто разберитесь с этим. Значит, загибаем еще 2, средняя у нас здесь статистика где-то, ну, пускай 40 лет, там, не, 44 я уже. Практически не попадает даже, но пускай так будет. И смысл в том, что много ли у вас той жизни активной? Активной это имеется в виду, когда вы можете, как говорится, отдыхать и ничего не делать. Да? Все так хотят отдыхать и ничего не делать. Но все равно, я читаю много разных книжек, те люди, которые там очень-очень богатые, да, они все равно что-то делают. И вот сетевой маркетинг это та индустрия, где... Я никогда не говорю, я работаю в сетевом маркетинге. Мы не работаем. Это жизнь, понимаете? Вся жизнь – игра, так сказать. Да? И вот мы сейчас играем в игру, и вам хотим новичкам донести, что это очень классная игра. У вас будет много свободного времени. У вас будет качественная продукция. Вы будете путешествовать 2 раза в год минимум. Вот. Вы будете путешествовать не один. Когда вы путешествуете с командой там, в 10, 20, 100 человек и более, это совсем другой эмоции, совсем другие эмоции. И зажмем еще вот, до 20 лет. Среднему человеку, кого-то больше, кого-то меньше. Я планирую активно заниматься тем делом. Я думаю, сам буду до конца жизни заниматься этим делом, потому что есть люди в сетевом маркетинге, да, которые мы смотрим,
как говорится, первопроходцев, это американцев, да, которые там 80, 85 и 90 лет выходят, да, и просто они уже добились результата, и они просто ездят и делятся, так сказать, знаниями. И мы сюда приехали, в Казахстан, это огромный-огромный регион. Татарстан, огромный-огромный регион. И вы представьте, вы здесь вот находитесь, это вот, ну это вообще капля в море. Даже не выходя из одного Татарстана, здесь могут пройти огромный-огромный товарооборот. Здесь будут тысячи людей, которые будут зарабатывать от 1000 до 5000 долларов. Будут сотни людей, которые будут сотни, не десятки, а сотни людей, которые будут зарабатывать 10, 20, 30 тысяч долларов. И десятки людей будут зарабатывать от 50 тысяч и больше. И, наконец, как говорится, я сейчас хочу сделать концовку и сюда пригласить людей, кто сегодня у нас выступал, менеджеры. Да, и сделаем, кто уже, наверное, видел, такое коротенькое видео, буквально 15-20 секунд, ну, поднимайтесь пока. Значит, кто не хочет сниматься, вот так закройте лицо, чтобы вас не видно было. Если вы в другой компании, можете тоже закрыть лицо, вас терминируют. Так, сейчас включаю.